Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в драконы, всадники Олха. Седьмой день, 35 миллионов древесины, забираем. Здесь нам ничего не нужно. Блин, а я без зубика забыл отправить. Ёлки-палки, он у меня просто так простоял. Так, а что здесь у нас? А, ну наконец-то у нас страж редкий. Это сородич жутика, как я понял. Мы его размещаем. Куда? Сюда, что ли, его поставить? А здесь не поместится? Нет. Значит, будет рядышком стоять. Вот такой вот он. Ну, точно жутик. Только цвет зелененький. А у жутика он коричневого такого цвета. Ну что, давай его покормим. Опа. И он сразу стал вот таким. Он летает. А жутик, насколько я помню, ни шиша не летает. Хотя, может быть, я чего-то не помню. Так, найти цветок. Ну, ребята, вы понимаете, да, что, к сожалению, я не успею получить. Тут 6 дней. Раз, два, три, четыре, пять. О, все понятно. Это упущенный вариант. Но, опять же, ребята, из-за работы. Из-за работы и из-за того, что у нас нету премиум-аккаунта. Да, мы с тобой не драконьи наездники, поэтому у нас нет возможности за день находить 2 цветочка. А хотелось бы. Хотелось бы, ребят. Так, ну что, получаем здесь награды. Дальше что нам? Подожди, а почему у нас легендарный... Твою налево, а? Я забыл, видимо, еще отправить зеленую тень, естественно, на поиски. Да, награду забрал, а отправить не отправил. Вот оно мое упущение, друзья мои. Из-за таких вот маленьких ошибок мы с тобой получаем очень мало наград, короче. Так, давай посмотрим. Здесь у нас древесина, я смотрю, да? Собралась. Забираем. Так, ну-ка посмотрим. Кто там не кричит уже? Какой-то викинг решил меня с чем-то поздравить. Так. И железа у нас с тобой еще нету. Ёк-макарёк. Что нам для этого придется делать? Для этого нам придется отправлять ветрокрыло за 240 миллионов древесины на поиски... Да-да, именно на поиски... А, даже 250. Что? Говорят, не хватает. В плане не хватает. Ну-ка, забираем древесину. Теперь-то хватит. Отправить эту... Да, 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 отправляем. Отправляем. Так, здесь 25 миллионов рыбы. 100 лямов, ё-моё, на прокачку уровня 100 миллионов древесины требуется. Да что ж за ценники-то у вас такие? Просто обалдеть. Так, давай прокачаем, наверное, нашего сардельчика. Ага, все, ребят. Твою налево, сколько там? Ну-ка еще разочек. Да что ж такое-то? Опять с древесиной. Блин, конкретные проблемы. Ребята, мы с древесиной... Вообще влипли, по ходу дела. Так, ну что, Барсик, что ты нам здесь подкинешь? Руны. Ну, молодец. 12 штучек. Так, я его могу? Да, он-то... В плане, у нас вообще, что ли? О-о-о, древесины вообще отсутствует у нас. Вообще, ребята, отсутствует. 450 миллионов дров нужно, чтобы, ребят, отправлять за одним лишь кусочком металла. Ты представляешь? Это грабеж средь бела дня. Как по мне. Так, громобой. Давай дальше собирай. Блин, у нас очень много драконов, которые могут собирать именно рыбу. А вот на древесину почему-то маловато. А этот вообще у меня стоит... Ничего не делает. Фигово. Так, ладно. У нас еще и паков нету. Ареновских, чтобы повскрывать. Ну что, перейдем, наверное, плавно с тобой. Подожди, а мы же здесь пак не глянули? Нет. А ну-ка. Так, монетки уйдены, это понятно. А что здесь? Чудовище, душитель, шторморез. И ресурсов очень-очень мало, естественно. Так, давай лети за древесиной. Так, обменять можно? Можно.
Теперь давай посмотрим по событиям. Да. Происшествие. Обучение призывников. Естественно, открываем. И оно коротенькое, ребята. Это... Ой. Нет, оно не коротенькое. Я думал, что вот так вот оно. Ага. На самом деле очень длинное. Это значит, где-то серии 3 будем мы с тобой его проходить. А у меня работа. Я боюсь, что мы не успеем пройти просто-напросто. Вот и все. Как всегда. Так, громорог. Одинокий волк. Но две волны. Погнали. О, какой он крепкий. Какой он крепкий, и к тому же он сильный. Понижаем ему защиту. Да, даже с пониженной защитой он получает минимальный урон. Вот такие пироги. Но он зато промахивается. Так, ну что, половину здоровья мы уже отняли у него. Да, еще одну заходку, и мы с собой его сможем победить. Сделаем, наверное... Слушай, а мы, наверное, его и так запинаем. Скорее всего. Давай-ка. Нормуль. Переходим на вторую волну. И кто у нас там? Водорез собственной персоны. Тогда сделаем вот так, наверное. Тоже какой-то крепкий, кстати. Но он сейчас начнет понижать нам броню. Естественно, отхиливаться. Так, бомбанем, наверное, по нему, да? Ну что, сейчас будет. Вот, понизил. Но это последний его выход был. Ну, а мы сейчас будем забирать с тобой награды. Крутим колесо. И выпадает нам древесина. 75 миллионов. Отлично. Вот сейчас я древесинке рад, как никогда. Заберем с тобой 50 рун. Раз и два. Два поединка будет у нас холостых с тобой, получается, да? До того, как мы получим пак. То есть мы максимум с тобой сегодня дойдем до мини-боссика, получается. Я уже почитал все. Так, они будут по одному, что ли? Но они довольно крепкие. Посмотри. Такие крепыши. А вдруг их потом будет по двое? Таких же сильных. Я тогда не знаю, что с нами тут будет. Ого. Вот это он вжарил мне сейчас. Так, ну что, давай его кусать. Что-то он думает. Ага, вот он что сделал. Атакуем. Дальше, наверное, нам нужно захиляться. Кусаем. Ах ты, гаденыш мелкий. Так, ну что, вторая волна у нас. И здесь шепот смерти. Так, наверное, понизим броню, скорее всего. Ну, все прекрасно знают, когда у него будет 3 энергии, он начнет делать свою суператаку. Ударили. Так, наверное, надо хильнуться нам. Залечить, так сказать, наши раны. Опа, вот это он вмазал. Да, друзья мои, они будут здесь по одному, но они очень-очень жирные. Так, ну что, крутим колесо, и нам достается с тобой плод мудрости. Вау. Редкая, конечно, наградка и приятная. Так, ну что, поехали дальше. Сколько здесь вообще поединков? По-моему, 15, да, будет? Опять шепот смерти. Я смотрю, 13 уровень. Ну что же, была не была, поехали. О, так он ватный здесь, ребят. Вот именно этот ватный. Ну что ты там пых... Ты что делаешь, парень? Так, здесь, наверное, все-таки начнем с дыма дышащего. Тоже, кстати, ватный. Хоть 14 уровень, но разбирается довольно легко. Так, что он там? Так, это мне не нравится совсем. Уничтожили. Хиляемся, да? И поехали в атаку. Что он делает на полной энергии, интересно, а? Промахивается. Окей.
Твои проблемы, парень. Отлично. Ну и что же нам здесь достанется? Рыба. 50 миллионов. Ну и забираем, конечно же, с тобой пак. Да, друзья мои, мы дойдем именно до мини-боссиков с вами. Поехали. Посмотрим сейчас, что у нас тут. 27% прогресса всего лишь. Так, это у нас Хофер, да? Собственной персоной 13 уровня. Я смотрю, по его здоровью он ватным будет. Наверное, ему крышка. Да. А, так тут уже три волны. Ёк-макарёк, друзья мои, три волны. Это плохо. То есть ставки повышаются, да? Получается. Ладушки. Давай сделаем так. Плюс добивка. И отхил. У него вся энергия сейчас будет жарить. Больно. Надо было, наверное, после этого сделать все-таки отхил. После этого удара. Так, ладно, мы его размажем все равно в любом случае. Так, и переходим с тобой на третью волну. Кто у нас тут? Ага, Кривет. И Шторморез. Естественно, хиляемся сразу. Почти фулл отхил был, да? Почти. Так, Кривет сейчас будет стрелять. Ох, ёк-макарёк. Еще усилил себя. Нет уж, парень. Давай-ка без вот этих выкрутасов. Окей. Так, ну что, Шторморез у нас там делает. Понял я тебе. Ну и добивка, естественно. Давай вот так уж, чтоб наверняка. Прекрасненько. Ну и что же нам тут выпадет? Опять древесина, да? 50 миллионов. Все, я понял. И теперь мы переходим на мини-босса. Поехали, друзья. Мини-босс. Кто, интересно, там будет? Так, три волны. Три, друзья мои. На мини-боссе три волны. Обалдеть. Слабые уроны. Мы наносим, конечно, этому шепоту. Я вас понял. Вы хотите мне ушатать, да? Вы хотите мне ушатать моего кривоклыка. Засранцы вы несчастные. Не тут-то было. Не на тех напали. Неужели сейчас... Оу, щет! Какого лешего? Да, друзья мои, да. Вот такие вот пироги получились у нас. Если я каким-то чудом даже дойду, предположим, с тобой до третьей волны. Ты посмотри, что творит, а. Так, мы его ушатаем все-таки, да? С помощью вот такой вот штуки. Хильнулись, по крайней мере. Так, ну что, водорез. Ты напросился. Получи. Так, он понизит сейчас броню, 100% тебе говорю. Видишь, что вытворяет. И третья волна. Костолом и... Ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Вот сюда-то мне как раз и не хватает моего кривоклыка. Смотри, что творит, а. Блин, ребят, я боюсь, что мы здесь не сможем пройти. Ты спросишь, почему? Ну, потому что, во-первых, этот очень сильно бьет. Да этот тоже не кисло, в принципе, вжаривает. Если я, конечно, вот так вот применю. И вот таким вот образом. Мы немножко хинулись. Но этот с повышенной атакой. Ой, только бы не заморозка, ребят. Только бы не заморозка. Лучше пускай этот ударит усиленно. С разбега там, я не знаю, что хочет пускай делать. Только бы не... Вот что он сделал. Заблокировал мне способности.
Так, ну что, ветрокрыло мы с тобой уничтожаем. Так, остается костолом. Ох, гаденыш, что вытворяет, а? Ну ты посмотри. Хиляемся. Блин, конечно, я большую допустил ошибку, не отхилив кривоклыка. Но, слава богу, здесь нам повезло. Как ты видишь, мы справились. Заберем сейчас награды в виде рыбы. Да? 75 миллионов рыбы. Плюс мы с тобой заберем что? 1000 янтаря. Все, ребят. Так, а сколько у нас вообще будет событие это длиться? Давай-ка мы посмотрим с тобой. Просто хотелось бы знать, успеем мы пройти или нет. 2 дня. Ну, завтра я, предположим, еще поиграю. Пройдем еще чуть-чуть. Да, мы, наверное, скорее всего, успеем пройти. А здесь я ничего брать не буду. Ну что, пойдем, наверное, с тобой попробуем защитить олух. Как думаешь? Так, лети тогда на гору. А ты... Янтарь тусклый. Дай руны хотя бы. Или шестеренку. Вот, шестеренку. Сколько штук там хоть? 3. Ладно, годится. Что с тобой делать-то? Обучить, может быть, тебя, а? Пускай идет обучаться, короче. Так, а мы с тобой рискнем защитить олух. Оборону. Начать. Опа. Здоровье в бою 226 тысяч. Урон в бою 25 тысяч. Обалдеть. Так, этот у нас занят. Получается, да? А кого же тогда взять? Ну давай вот так вот. К бою. Ну что, надеюсь, мы с тобой победим этот форт. Точнее, не форт, а... Короче, эту дивизию кораблей, ё-моё. Так, давай выпускаем кракена. Не хватает энергии. Сколько нужно? 9? Да почему не хватает? Все хватает у меня. Воу-воу-воу-воу, а чё так... Обалдеть, они запинали мне. Древоруба. За 3 секунды. Слушай, ну тут что-то слишком как-то сильные корабли. Ёк-макарёк. Зашибись, кревета вырубили. Чего-чего, вот я не думал, что так получится. Ну давай, 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 уничтожайте. Есть. Маленькую лодочку тоже эту уничтожьте. Допустим. Так, теперь они переключаются. Да, один ключ мы уже с тобой продинамили. Зачем же вы разделились-то по атаке, господи. Блин. Хотя, подожди, если мы вот так вот сделаем. Без зубика, скорее всего, ребята сейчас завалят у меня. Ну, есть, молодцы, красавчики. Без зубик, ты кого начал бомбить, а? Лодочку эту хочешь бомбить, что ли? Я не пойму. Неужели фейл будет, а? Я не пойму, почему без зубик у меня такой слабый стал? Он атаковал вообще великолепно. Ты посмотри. Вообще не наносит урона. Неужели проиграем? Да почему такой сильный корабль, а? Ты посмотри, мы по нему по 3 раза приема не отнимается здоровье. Не могу, ребят. Не справлюсь. Обалдеть. Это говорит только об одном, друзья мои, что нам нужно прокачивать наших драконов. Другого выбора здесь нету. Ну что, тогда пойдем с тобой, наверное, на арену сходим еще. Пока у нас есть время, и плюс у нас с тобой открыты все ячейки, да? Под колоды надо делать. Ну давай, давай, давай. Кто тут у нас? Кревет. Ужас. Ну давай вот так, наверное, сделаем с тобой. Крылатого ужаса будем потом бомбить. Обалденно.
Обалденно кусает. Так. Крылатый ужас. Куда будет бомбить? Естественно, в Барсика. Ну, естественно. Ну, как же иначе-то? Замедлил, плюс атаку понизил. И этот сейчас, я уже думал, добьют его. Кривет, наверное, да? Не растеряется. Нет, что-то им шторморез мой не дает покоя. Не знаю, почему. Ну-ка. Хинуться бы нам вот как-то успеть. Ох, ёк-макарёк. Ну-ка, давай так сделаем. Допустим. Так, Барсик. Вообще урона никакого не нанес. И крылатый ужас. Ну что, он бомбанет куда? Я понял вас, сэр. Удвоение энергии. Ох. Вот это было борзо. Это было борзо, нагло и глупо. Потому что тебе крышка, парень. Да-да-да-да-да-да, конечно. Ага, поздно. Пить боржоми, когда почки сели. На. Ушлепок мелкий. Да, конечно, ага. Держи карман шире. Ну что, справились. В этом бою у нас с тобой злобный змеевик, я смотрю. Опять крылатый ужас и громобой. Попробуем, наверное, с громобоя, да? Его уничтожим, а уже после... Как вы красные атакуете, а? Сильно. Этот тоже не слабо. Ну-ка. Блин, наверное, зря я так сделал. Нам надо было... Ага. Мы все-таки одного быстрее уничтожили у них, дракона. Барсика мы теряем, это понятно. Хиляться здесь не стоит. Потому что у нас фул хп у всех. А вот понижение брони, это будет как раз в тему. Ну, что ты там думаешь? Не добьем, да? Хотя можем, знаешь, что сделать? Вот так. Да. И добивка, и отхил одновременно. Так, и злобный змеевик со своим усилением атаки. Ой-ой-ой, хвостом что ли? Ох, нифига себе, под усилением он вжаривает. Но мы тоже не кисло. Не кисло мы ему долбанули. Ага, здесь у нас пристеголовый, громорог и шторморез. Давай вот так, наверное, начнем. С пристеголового. Уклонились. В ответку понизили броню и добили. Прекрасно. Но вот не отцепится никак, а? Блин, он такой же, как и я. Почему он, ребята, понижает мне атаку? Никак не могу понять. Почему-то мы не понижаем атаку. Мы можем понизить броню, но не атаку. Ну что ты там соображаешь? Я так понимаю, он хочет на себя повесить щиты. Мне кажется, именно это он будет делать. Хотя он, может быть, и просто ударит. Сейчас мы с тобой посмотрим. Ну? Да, ребята, он вешает щиты все-таки. Мы его пробили. Давай укусим. Ну все, здесь он ничего уже не сделает. Опять щит... Ага. Давай сделаем вот так вот и добьем. Как-то так. Ну что, друзья мои, три обычных пака нам выпало. Открываем сразу следующий. Так, и пак вождя. Громоль, шепот смерти, ужасное чудовище, костолом дикарь, громорог отпрыск и кривокрив. Которого, кстати, мы можем с тобой прокачать. Или не можем, сейчас посмотрим. Криво-крив, это... Вот он. Улучшить. Да. Он героический, он бы получил у меня 9-й разряд. Получил бы. С большой буквы бы, потому что он у меня не прокачанный вообще никак. Ну что, тогда давай за вторым, наверное, пойдем паком сходим. Чё мы теряем-то? Схваточка. И кто у нас тут? Ага. Кривоклык. Ну, понятно, громорог. И пристеголовый опять. Ой, уровень у них будет немножко посильнее, чем у меня. Особенно вот
У громобоя вместе с... Че вы делаете, эй? Воу-воу-воу. Спокуха. Блин, по-моему, мы сейчас с тобой потеряем. Потеряем штормореза, мне кажется. Так оно и вышло. Твою дивизию, а. Это все этот пройдоха виноват. А что такой сильный? Все, барсика теряем. Ну и что ты прикажешь мне теперь делать? Как мне тут быть? Давай, давай, супер удар, пожалуйста, потрать. Фиг там. А вот сейчас он на меня его как раз и выпустит, да? Хм. А сейчас с него слепота слезет, и он вжарит. Нет, ребята, он не вжаривает. Как ни странно. Но как мне его одолеть, я даже не знаю. По уровню он сильнее, чем я. Мне его нужно бомбить фиг знает сколько. Кусает он довольно серьезно. Сейчас посмотрим. Если он не добьет меня, то... О, как. Он поставил себе защиту. Хорошо. Ай-яй-яй, да это, ребята, ничья. Ну что же, очередной у нас поединок и тройной удар. Это первый наш враг. Блин, а тут еще этот Громль со своими фаерболами. Тоже довольно такой неприятный тип. Что-то в последнее время я смотрю, они меня начинают штормореза выносить в последнее. Ну вот, в последних поединках. Ты посмотри, причем довольно усиленно это хотят сделать. И скорее всего у них сейчас получится, особенно у водореза. Да, получилось. Так, ну что, кривоклык у меня и барсик. Я уж не знаю, как мы тут с тобой будем справляться с ними. Слепота нам в помощь. Если, конечно, не будет вот этот гаденыш блокировать. А он будет. Он этим обожает делом заниматься, своей блокировкой. А чё он не ходит-то? Давай, раз. А, он только по одному разбьет, понял. Укус, добьешь его, барсик? Добьешь, красавчик. Так, ну что, Громль? Конечно. Держи карман шире. Я на тебе слепоту что, зря, думаешь, вешал? Как раз именно для этого. Ты посмотри-ка, зачастил, а? Фаербол за фаерболом отправляет. Барсик его, конечно, очень тяжело разбирает. Вот кривоклык, да. Да ты запарил, сколько у тебя там запаса-то? Энергия, не понял. Что за фокусы-то? Слушай, а тут случайно он на ничью не хочет ли выйти? Не успеешь. Мы тебе все равно победим. Добиваем. Вот так-то. И у нас с вами следующий поединок. Я смотрю, здесь прихвостень есть. Да, тут, конечно, дилемма. Блин, и прихвостень, я знаю, сильно бомбит. И давай, наверное, все-таки вот так сделаем. Так, понизим защиту. Барсик, ну какой же ты ватный. Вот сколько раз играю, ребята, убеждаюсь. Раз от разу. О, ему достается не кисло. Это сейчас еще и добьет, наверное. Хотя нет. Ну-ка. Ну что ж ты без крита-то? Ай, с такой атакой. Все, барсик, по-моему, тебе. Ага, нет, ты еще живешь. Ох ты. Он себе усилил атаку, друзья. Так, если сейчас барсик выживет, нам придется с тобой захиливаться. Это полюбасику, ребят. Это полюбасику. Так, и они сейчас вдвоем сходят. Ух, ёк-макрёк, ты чё, серьезно что ли? Этот добьет, конечно же. А зашибись. А просто офигенно, друзья. Спасибо тебе. Спасибо тебе огромное, барсик, выручил. На тебе. Все, теперь ты наш. Теперь ты парень наш. Никуда ты не денешься с подводной лодки. Пыхтит он там. Как паровоз, как чайник. На.
Что ты там дальше задумал? Ага. Не тут-то было, парень. Вот как-то так, ребята, мы проходим эту арену. Открываем с тобой пак вождя и смотрим. Чудовище, ужас крылатый, шторморез, шепот смерти, древоруб, громовой защитник, громгильда. Что-то давно нам не выпадало ареновских, да? Чемпионов. Так, ну что, Беззубик, давай-ка мы тебе сейчас отправим. Блин, золотая обманка. Круто выглядит, да? А попрыгунчик вообще уникальный. Ночная жуть, острокоготь. В общем, кто нам нужен? Давай смотреть. Мечекрат. Ну что, попробуем его получить. Не уверен, конечно, что это очень скоро произойдет, но все-таки. И мы, кстати, с тобой ветрокрыло вернем. Подожди-ка, где он у нас? Вот здесь, по-моему, тусуется, да? И отправ... Да, отозвать... Куда я его отозвал-то? Все, отправляем его... Да в плане! Блин, у меня 500 миллионов рыбы. Я думал, что у меня 500 миллионов древесины. Вот это я лопухнулся, не туда глянул. А нам нужно 10 драконов 85 уровня. 10. А у меня только 2 прокачанных. Только лишь прокачанных 2 дракона. Да. 65 уровень. 80. Перейдите в кузницу. Так о чем мне в вашей кузнице? В этой кузнице ничего нету. Восстановите великую кузню, чтобы улучшать здание на Олухе. Требуются драконы. 12 сут в уровне. Вы серьезно? Когда это будет? Лет через 20? Да. 20 драконов сотого уровня. А потом, да, потом, наверное, будет у нас уже попроще с металлом и со всей ерундой. Так, ну что, награды мы с тобой здесь забираем. Что у нас там, кстати, по бабочкам, давай-ка глянем, наверное. Сколько мы уже с тобой успели накопить? Наездники. Были бы, конечно, у нас с тобой наездники, ну, эти, драконов. Все, конечно, было бы в разы быстрее и лучше. Но это нужно, ребят, покупать премиум. Давай глянем, посмотрим. Вот они, бабочки, 16 дней до конца, и у нас 6395, 6395, не хватает 3000, ну, грубо говоря, 3600 за 16 дней. Такой, знаешь, скользкий вопросик. Может быть, получится, а может быть и нет. Если, конечно, будут где-то на событиях разыгрываться вот эти вот бабочки, то, возможно, накопим. Если же нет... Своими силами вряд ли мы справимся. Так, мы здесь с тобой пак вроде бы, да, получили. Да, и тусклый янтарь. Давай-ка откроем пак еще с тобой. Монетки водяные. Ловарык, кревет, древоруб. И все. Очень скудно. Так, что я хотел... Угу. У нас 205. Ну что я могу купить, ребят, за 205 монет Одина? Да ничего. Ничего хорошего. Поэтому даже и заморачиваться не будем. Да, надо нам развивать нашу деревню дальше. Блин, ну 85. Ой, этих сколько? 8 драконов по 85 уровней. Это, конечно, ну, круто замочили. Плюс я не могу прокачивать дракона дальше, пока у нас не будет с тобой вот этого вот железа. Получить железо. Набор карт. Плевака. Вот он, кузнец. Видишь, нам нужны викинги. То есть деревню нам нужно развивать с тобой. Так, ну что, друзья мои, на этой ноте, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.